сделав в первом туре ничью. Смотрим, наслаждаемся. Добрый день. Как сыграла? Я выиграла. А я в ничью сыграл. Тоже хорошо. Так слушай, это вообще впервые в жизни я в первом туре в ничью сыграл. Ну, представляешь, что я же, у меня там разряд такой вот. Как успехи? Хорошо. Выиграла? Да. А я в ничью сыграл. Стоп, стоп, стоп. Стой. Как успехи? Один из одного. Один из одного? 100% идет. Но я только на 50%. Пойдем еще хвалиться. Да, в таких залах только играть и играть. Так, как успехи? Хорошо, мы выиграли. О, а то-то я смотрю, вы радуетесь. А у тебя как? Плохо. То-то я смотрю, ты улыбаешься. Они смеются. У тебя как успехи? Нормально. Нормально это сколько? Выиграл. Выиграл. Отлично. Как тебя зовут? Леша Илюченко. Отлично. В каком классе ты учишься? В первом. В первом классе. Какой у тебя шахматный разряд? Никакого нет. Ну ничего, раз ты выиграл, то уже считай, что у тебя третий разряд есть. Так, посмотрим еще, какие здесь ребятишки играют. Так, так, так. Молодец, мой. Так. Сопровождение, вдвоем иди. Так. Так, так, подкрепиться, подкрепиться, правильно, мама должна прежде всего подкрепиться, чтобы она меньше волновалась. Как успехи в турнире? Улыбайтесь. Нормально. Нормально это как? Говорит. Что, проиграл, что ли? Нет, я вообще не играла. А, ты, ты просто, она просто наблюдала, болела, правильно, тоже может быть. Одноклассника, да? Понятно. Так, здесь срочное обучение идет. Ликвидация пробелов в теории. Добрый день, братцы. Играли в турнире? Да. Как сыграли? Я выиграл. А ты? Проиграл. Проиграл. Ну ничего. Вы откуда? Из... Я из Ростова. А ты? Новочеркасска. Из Новочеркасска. А вы что, друзья, что ли? Нет, я просто. А чего же вы тогда не деретесь, раз вы не друзья? Ну, если не друзья, то должны драться. А если друзья, то дружить. Ладно, не буду. Опа! Не буду подталкивать детей к дракам. Пойду дальше. Смотрю, что еще тут происходит. Так.
Так, добрый день. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Арсений. Так, сколько тебе лет? 7. 7 лет. Ты играешь в шахматы? Да. Как сыграл в первом туре? Ну, не будем. Обыграли. Обыграли. Ну, это случайность. Это случайность. Во втором туре обычно все, кто в первом проигрывают, они обязательно выигрывают. Удачи тебе. Сражается и есть шанс. Нет, нет у меня шанса. Я хотел сказать, у меня есть шанс. Потом говорить, что в первом туре мы шли с ним вровень. Но, похоже, он все-таки выиграл. Так, а здесь что происходит?